На 47-й минуте Жига Симеоне особенно не было. Ну, испанская, жаль, конечно, но понятно, почему. Что матч состоится. Но, надо сказочно, смотрелось на Жоау Феликса. И не очень понятно, что ей... Отличный удар. И ушли. И Томас Парти. Ключевой игрок ушел. Ответили вы здесь уже. Феликс опускается. Теню к ливеркузенскому Байеру тоже звучит достаточно обидно. Жоау Феликс, так. Это от них зависит. Если к нему приковано очень серьезное внимание защиты. Бельгийский легионер. Не штрафную, Зюля и Феликс. 2-1, вот сразу же возвращается. Но здесь-то, здесь Жоау Феликс бьет, и два человека в положении вне игры. Он в целом говорит о том, что спокойно уже подсказывают сбровки Эктору. Получилось, как он разыграл в конюшне, награждение и так далее. Феликс. А теперь давайте посмотрим на рывок Феликс. Возунг Баварии. Такой. Я тогда, рассказывает Косицкий в этом интервью. Интересно, что Миа Сан Миа, получается, существует всего лишь 2008 года, но бывший наем. Сейчас так его уже не называют, да? Эта пауза позволила с ним сблизиться защитник. Жировок Жоау Феликса все-таки состоит. Меня зовут Сергей Кривохарченко. И вот с этой точки мы видим, что на самом... Сегодня за пределами штрафной. Круто! Здесь Жоау Феликс заложил какой вираж. Хотя, может, готовился к переходу в Баварию. Какие-то слова успел выучить. Не оправдались ожидания испанских коллег. Надежда на Феликса, облако. И здесь Жоау. Низко голову наклонил. Чтобы не скучать. Феликс. Удар. Совсем не получилось.